Отдыхая этим летом в Сочи, Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин решили посетить обычную сочинскую кафешку, директором которой является наша старая знакомая бабушка Сирануш. Добрый вечер, мои хорошие! Добрый вечер! 100 лет, 100 зим не видела бы вас вообще. О, какие люди у меня кафе. Я пепельницу поставлю. Спасибо, мы не курим. Я курю. Здравствуйте, меня зовут бабушка Сирануш, а вас? Шучу, шучу, Дмитрий Владимирович. Я очень-очень рада видеть вас в нашем городе Сочи. Мы тоже очень-очень рады видеть вас в нашем городе Сочи. А вы москвичи молодцы, конечно. Вот это хотела спросить. Вы там в Москве нанотехнологии свои делаете. Вот это зачем это все? Ну как же, это технологии 21 века. У нас в Сочи давным-давно эти нанотехнологии есть. У меня сарай, он был неузаконен чуть-чуть. Я в администрацию пошла, кому надо, нанотехнологии свои сделала. Теперь все нормально у меня. Кстати, вот это хотела спросить. Вот это Барак Обама. Говорят, он наш. Да вы что? Да вы что, бабушка? А, все поняла, конечно. Это американский я президент. Я все поняла, нет, ради бога, конечно. Нам, мы... Я все поняла, нет, конечно. Нет, вы нас неправильно поняли. Я все правильно, неправильно поняла, ради бога. Я просто не должна была знать, что Обама наш. Вот и все. Ладно, ладно, сменим тему. Президент Джан. Смотрим тебе по телевизору, похудел ты совсем. Да ну что вы, ну что вы. Я просто спортом занимаюсь. Пусть Мутко спортом занимается, ты кушай. Анекдот, ладно, расскажу, неловкая пауза какая-то. Василий Иванович Петька встречается, Петька говорит, я сразу хочу, чтобы вы правильно меня сами знали, Ладно, еще один анекдот расскажу. Поймал мужик золотую рыбку и сразу говорит, хочу третий человек, чтобы правильно говорить, сами меня сами знали. Бабушка, бабушка Сирануш, ну, вы бы могли концовку анекдота как-то понятно рассказать? Я говорю, наверное, правильно, не забирайте все, не забирайте все, не. А ты говоришь, Гитлер. О, кого я вижу? У меня к вам маленький опрос, бабудит, личного характера. Не могли бы вы передать вот эту бутылочку шампанского вот за тот столик? Вот тому молодому человеку. Ну, конечно, Геннадий. Геннадий, сказать от кого? Он поймет. Угу. Добрый вечер. Это вам. Вот от этой дамы. Узнал? Помни! Помни!